привет! Баба Вера опять с вами. Не верите? Мне тут подписчик, ну вот название Fox LV что-то. Ну, типа, ники такие пишут. У бабушки таких нету. Бабушка написала Баба Вера. И как вас зовут? А меня и зовут Баба Вера. Меня все так называют. И меня зовут Баба Вера. Так что Вера Николаевна вообще. О, а так, Баба Вера, это мне нравится, и это должность, и это название, и это все мне все нравится. Баба Вера, все. Так что мне подписчик написал, да вы должны обязательно этот клип посмотреть, он просто потрясающий. Ну, как пройдешь против такого? Нет, так что, ну, Ирина Дубцова, она мне нравится, как поет. Не целуешь. Ты смотри. Поехали.
Да, вот так вот возьмешь, это вот типичная история, знаете, она такая успешная, сексуальная, красивая, и тут заводит роман, ну, на 2 дня. Так что, Ирина, молодец, молодец. Вот сама пишет, сама исполняет. О, и у нее круто получается. У нее вот она сама и голос имеет, и внешность имеет. И так, знаете, все песни ее вот берут за душу, так сказать. Вот мне нравятся. Я всегда с удовольствием ее слушаю. Талантливая. Вот такая она. И каждая песня у нее как хит. Хит просто. И все, с удовольствием. И так она восхищает. Она выбирает вот темы. Там влюбленность, постель, разочарование. Но поет от всего сердца. Вот пропускает через свою душу это все. И так этот вот слушаешь. Восхищаешься. Этот умничка, умничка. Просто молодец. Ведь это человек, который добился, никто его не проталкивал нигде. Вот она добилась все своим упорством и трудом. Зная это, вот совсем иначе начинаешь ее воспринимать. Молодец, мне очень понравился клип, я с удовольствием послушала, и действительно меня потрясло. Так что желаю тебе, Ирина, новых творческих побед, успехов, фанатов. А я пока-пока, до новых встреч. Баба Вера, 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 баба Вера.